Доброе утро, страна! Хотя по-настоящему оно доброе для тех, кто сидит дома, у своих телевизоров, или кто-то, может быть, куда-то идет, кто-то едет, кто-то приехал, поселился в гостинице. Как я им завидую! Те, что так нравится торчать в гостинице, во-первых, за это бешеные деньги берут. Это бешеные деньги с меня берут, когда я заселяюсь в гостиницу. Ты б знала, какие деньги мне предлагают, чтобы я оттуда уехал. Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Глазами небеса обниму я руками, положу на ладони звезду, я ее у тебя украду. Заберусь на высокие горы, нарисую губами узоры, запах хвои утонет во мне, босиком я уйду по росе. Далекие дали, меня никогда не видали. Далекие дали навсегда меня потеряли. Далекие дали, где меня никогда не видали. Далекие дали навсегда меня потеряли. Ветром развейте, грусть моя золотая река, льется в сердце немая тоска. По ночам в полнолуние колдуя, изумрудные травы целую, соловьям на ночь песни пою, талисман твой на сердце храню. Далекие дали, никогда меня не видали. Далекие дали навсегда меня потеряли. Далекие дали никогда меня не видали. Далекие дали навсегда меня потеряли. Проводим в гостиницах, что это слово просто слышать не можем. Ошибаешься, мы артисты очень любим жить в гостиницах. Мы компанейские ребята, нас хлебом не корми, дай пожить в гостинице. В гостинице у меня всегда калейдоскоп удивительных приключений. Сначала придут воры, чемоданы свистнут, потом придут милиционеры, свисток свистнут. В общем, широкий круг общения. Это же просто прелесть, как весело. Да, в прошлый раз ко мне постоянно ломились в 3 часа ночи, спрашивали Валю. Потому что в гостиницах работают очень любознательные люди. Они
и имя спрашивают, и паспорт спрашивают. А у тебя вон даже Валю спросили. Нет, ты, наверное, просто не умеешь отдыхать в гостиницах. Ты только представь, ночь, гостиница дремлет, я тоже дремлю. И тут тебе звонят и спрашивают Валю. Ну, бывает, я вежливо скажу, что они ошиблись и снова засну. И тут к тебе вламываются в дверь и опять требуют Валю. Ну и что, я опять вежливо скажу, что они ошиблись и снова засну. И тут к тебе уже в окно лезут и требуют Валю. Ну так я объясню людям, что делать. Ошиблись вы, вам в другое окно и снова засну. И тут к тебе снизу, разобрав пол, просовывается лысая башка и спрашивает Валю. А я башке скажу, вы, башка, ошиблись. Нет, идти. Так что закройте пол и лягайте спать, а потом и сам прикорну задремать наконец. И тут к тебе вламывается Валя. Зачем? Какая Валя? Как это зачем? Узнать, никто ли ее тут не спрашивает. Я Маугли, вырос в городе джунглей. Тот человек, который делает бомбы. В ваших головах лесов внутри. Таких как я миллионы, я не один. Первый капитал в школе сколотил. За свои ошибки сам всегда платил. Я заболел от граффити на стенах. Баллоны воровал, бомбил где хотел. Смотрел на мир всегда открытыми глазами. Я не был ангелом и не был грязью под ногами. Верю только тем, кто говорит и делает. Слова на ветер не бросает, идеи следует. Таких политиков еще не видел я за свои годы. Вижу только сплетни и развратные морды. Это видно ясно, без арифметики мой выстрел. Я не верю политикам. Я свободен, как птица в ясном небе. Я лечу над голубой планетой, я дышу. Только чисто лирика, мы новые люди. Россия вне политики. Вне политики. Вырос в хрущевке под надзором милиции. В законах правительства я был в оппозиции. За мой брейк-дэнс закрывали танцполы. За модный прикид исключали со школы. Таких как я, нас было немного. Один из тысячи, ты еще из миллиона. Я, как и все, брал то, что запретно. Дела делал верно, незаконно, конкретно. Против системы, против старых кретинов, которым необходима только власть грязных денег. Сегодня другой день, другое столетие. На улице простую дача, без освещения. Взятки где выше, убийства где ниже. В тюрьмы по-прежнему сажают только нищих. Под вой сирен рождается лирика, мой быстрый. Я не верю в политику. Я свободен, как птица в ясном небе. Я лечу над голубой планетой, я дышу. Только чисто лирикой мы новые люди. Россия вне политики. Я свободен, как птица в ясном небе. Я лечу над голубой планетой, я дышу. Только чисто лирикой мы новые люди. Россия вне политики. Я бы отдал свой голос, но те, кого я вижу, только хотят меня убить и сделать нищим. Грибут нищие, света потери свои прыщи. Не верю никому из них, сыт по голову, нет мощи. Я бы отдал свой голос, но те, кого я вижу, только хотят меня убить и сделать нищим. Грибут нищие под музыку разврата. Но я найду того, кто даст мне надежду на завтра. 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 Недавно был в одной захолустной районной гостинице. Представляешь, горячей воды нет, холодной воды нет, потому что крана нет, полотенец нет, кровати нет, стен нет, окон нет, пола нет, нет потолка, двери нет и гостиницы такой нет. Представляешь? Представляю, кошмар. Это не кошмар. Кошмар сейчас будет. Словно привидение, то здесь, то там. Не даешь покоя мне который день. Ты уже не мальчик, а трухлявый пень. Никуда не деться от твоих шагов. На ушах мозоли от ненужных слов. Ты все время рядом, ты все время тут.
тебя в запасе. Только пять минут разговора с тобой о любви. Пять минут разговора меня довели. Пять минут разговора с тобой ни о чем. Пять минут разговора не вспомню потом. Может быть, умчаться к черту на рога. Я, конечно, баба, жаль, что не ЕГЭ. Ты как изваяние на дороге встал. Что с тобою делать? Ты меня достал. С тобой о любви. Не вспомню потом. С тобой о любви. Тебя не спасли. Будто во сне. За что это мне? С тобой о любви. Меня довели. С тобой ни о чем. Не вспомню потом. В гостиницах не было места. Представляешь, сотни несчастных командировочных боролись за одно счастливое место в гостинице. Помню, конечно. Но когда это было? Да, теперь настали иные времена. Ой, чего только гостиницы не делают, чтобы привлечь клиентуру. Представляешь, сейчас в гостиницах есть и сауна, и теннисные корты, и даже зимний сад. Зимний сад это когда температура минус 10? Что? Нет, зимний сад это когда старый плюс 40. А в саду чудеса. Там птицы бродят, швейцары на ветвях сидят. Там на лавсановых дорожках гуляют девы в босоножках. Представляешь, в гостиницах сейчас же даже язык другой. Раньше было фойе. Ну, такое фойе. А теперь лобби. Ну, кем я чувствовал себя в фойе? Простым военнослужащим. А в лобби я сразу начинаю думать, лобом? Нет, это прекрасно, представляешь? Простой командировочный может свободно зайти в такую гостиницу со своим чемоданчиком, ему с улыбкой расскажут, что номера есть, есть номера, предложат присесть за столик возле фонтанчика, заказать себе чашечку кофе. Вот если бы кроме чашечки кофе, он мог бы себе еще и номерок заказать в такой гостинице. Знаешь, меня не устраивает, что пожить в гостинице мне удается только куда-нибудь уехав. Поэтому я решил открыть собственную гостиницу. Будет и приезжим польза, и я их приучу, и мне удовольствие. Постоянно буду жить в гостинице. А у тебя что, уже есть помещение, здание? Здание мне не нужно, гостиница будет у меня дома. Там очень мало места, насколько я помню. И сколько у тебя получится номеров? Да ничего страшного, пускай в мою гостиницу стоят очереди, пускай будет ажиотаж. Вон в мавзолее вообще одно койко-место. Зато какие очереди туда стояли. И тебе нравится, чтобы у тебя дома постоянно толпились чужие люди? А у меня постояльцев будет, знаешь, немного. Потому что у меня будет дорогая гостиница. Она будет по карману только миллионерам. Ну, а ты смотрел внимательно свою квартиру, ну, да? И что? Там же стены валятся. Ну, значит... Сначала ремонт сделают. Значит, у меня будет гостиница для близоруких миллионеров, которые дальше своего носа не видят никаких стен. Кстати, ты помнишь, что у тебя горячей воды неделями не бывает? Значит, у меня будет гостиница для близоруких и закаленных миллионеров, которые моются только холодной водой. Ну, кому это надо? Богатые люди хотят жить в роскошной гостинице. Значит, у меня будет гостиница для близоруких, закаленных и очень бедных миллионеров. Знаешь, половина успеха любой гостиницы – это удачное название. Оно должно приманивать и интриговать клиентуру. Понимаешь, вот как бы мне обозвать свою гостиницу? Назови ее «Черная дыра». Очень интригующее название. Нет, не подойдет, это мрачновато. А еще гостиницы называют по фамилиям владельцев. Хилтон, Широтон. Может, и мне назвать Цехилтон или Цеколотон? Но Хилтон уже есть. Да?
То есть это будет плагиат, думаешь? Надо же, такая хорошая идея, уже сперли, только придумал. И вообще слишком пафосно, бог с ним. Назову свою гостиницу «Праздничная». И простенько, и людям весело. Это, кстати, в честь сегодняшнего праздника. И сегодня же Всемирный день приемщика Путиля. Это такие уникальные люди, которые ненавидят все новое и блестящее. Их хлебом не корми, дай пощупать что-нибудь старое и потрепанное. Больше всего приемщики обожают цветные металлы. Они целыми днями сидят у себя в будке и красят металлы в разные цвета. Они мечтатели и романтики. Мечта каждого приемщика Утиля — принять золотой лом. Но им все время попадаются ломы только из железа. Иногда приемщики выползают из будок проветрить свою ветошь. Они бродят по дворам и горланят: «Покупаем старые вещи!» По этой команде все люди выбегают на улицы и покупают старые вещи. Сегодня у приемщиков праздник. Они не будут принимать утиль, они будут принимать на грудь, потому что рот у них будет занят митингом. Ведь сегодня состоится многотысячный митинг у памятника великому утилю Уллиншпигелю, первому приемщику утиля. История этого праздника уходит своими корнями прямо в макулатуру, а с ее ветвей в любой момент может рухнуть рух. Накаркал. Теперь точно придется посмертно назвать его честь гостиницу. Ну, правда, неплохо звучит «Гранд Утиль». Впрочем, это уже совсем другая история. До свидания, страна.